Так, ну что, мы загрузили помощь. Все это перетасовали. Это все едет в Луганск для трех бригад. А для Херсона мы еще не отправляли. Вот это все для Херсона. Стрелковая бригада. Это вторая артиллерийская бригада. Это Москсети. Там еще лопаты, печки. И 11-я ДШБ. Комбат, мой друг. Однополчанин, точнее, однокурсник из ПСУ русский. Вот, друзья, наше движение предоставили еще вот такие. Туристическая печка разборная. Из огнеупорного фартука состоит. Еще ни разу не видел, но надеюсь, вещь нужная. А так у нас весь здесь сбор. Мы постоянно все собираем, здесь комплектуем, перефасовываем и отправляем. И в этот день Ярополк говорит вам спасибо. Никто не забыт, ничто не забыто. Так вот, дошло все, что отправляли. Лопаты, вторая бригада, 35-я бригада. Вот. Спасибо большое. Выражаем огромную благодарность спортивно-патриотическому клубу Ярополк. Движению. Верим в тебя, родной. Вместе мы победим. Спасибо огромное.